Она прожила яркую, но короткую жизнь. Ее считали самой красивой француженкой, а ее фигура, рыжие волосы и миндалевидные глаза покорили саму Коко Шанель. Мария Элен Арно – самая известная французская модель середины прошлого века и одновременно самая загадочная. Она украшала множество обложек модных изданий, была любимицей Шанель и лицом ее бренда, регулярно представляла лучшие наряды этого модного дома и сотрудничала с ведущими фотографами. Коко видела в Мария Элен свою преемницу, назначила директором дома Шанель и дизайнером одежды, но в один момент Арно решила, что достойна большего и ушла. 80-летняя Шанель посчитала это предательством, очень расстроилась и не сказала больше про нее ничего хорошего. А Мария Элен попыталась открыть свою собственную линию одежды, снялась в нескольких фильмах, но ее самая известная роль – это молчаливая подружка Фантомаса Леди Бельтам. Ей приписывали отношения с будущим президентом Франции Жоржем Помпиду и другими влиятельными мужчинами. Но главный роман ее жизни с будущим мужем Марины Влади, Робером Ассейном, завершился очень быстро. Она была найдена мертвой в 52 года в своей ванной. Причины смерти неизвестны до сих пор.